Че, пойдем потиху? Тик. В пати одна нежить. Жестко. Мне, конечно, инстинкт интересный, какой-то такой загадочный. Ну, барабаны тут всякие, прикольно. Подождите, дайте. Олень, олень, режем оленей. Ну, нормально. Не сильно пробивает. Так они там серый для тебя, 45-й, блин. Так, куда тут идти, ребята, показывайте, я не помню наизусть. Сейчас у него длинная дорога. Ну, я тут был один раз. Тут стабильно один раз за прокачку я хожу такой инс. Блевочка. Ну что вы где там? Да вы бегите просто дальше, что вы идете? Да, ну давай. Что, пробегаем чисто, да? Да-да-да, пробегаем. Фига себе, сколько тут троллей блевотни. Ой-ой-ой, что-то да, творится-то. Не работает, что? Нормально, ну, идем. Вот, ты сейчас умрешь, наверное, да? Сейчас приз, наверное, откинется. Сейчас я на себя их возьму. Сейчас куда идти, блин? Налево, на низ, я не помню. Да убивайте их здесь. А приз по мане просел. Да, по мане я и не был. Да, нормально, живем. А, нормально, вытянули. Ништячок. Так, тут как-то все запутано. Я вот не помню тут, как я тут вечно путался. Да все, вот сюда проходим. Идите. Куда, вниз прыгать или куда? Вот сюда ко мне. А, все, нашли, наконец-то. Тут прикольные тролли есть такие, перекачанные на стероидах. Так, куда? Сюда же нам родили, да, сразу? Вот это я вот не знаю. Вообще не берусь сказать. А, нет, это вниз, нет. Нам надо поверху идти. Мы куда, на статуэтки пойдем, да, вначале? Мы будем сейчас вообще всех убивать по кругу. Ну, давайте. Вон, бейте. Че, я влетаю. Ну-ка, получится. Да, ДПС у нас топовый, нормально, идем. Так,
Или вот здесь босс, или по-видимому. Ты вон ходил уже недавно. Не, это по кругу. Нет, она поверху идти. Да здесь вход вот этот дебильный, блядь. Дальше там все одинаково будет. Там. Это классика. Ну надо, короче. Ты помнишь, надо яйцо мне надо где-то установить это. Да это вообще самое последнее. Да, это на ласте, по-моему, яйцо. Господи, как высоко, ебать, где мы? Да храм только, прикинь. А, ну вот, все, вот а, эти ну, вот места. Вот, да, вот, все правильно. Ну тут таких обычных ты можешь то ли с майками, то ли этими. Куда наверх, по-моему? Нет, вот сюда. Надо всех убить. Таких будет 6 или 8, не помню. 6 там, же, там же как-то не просто. А, во-во-во. Типа первый. Первый. Во, да, второй. Да. Да и без разницы вообще. Да, да. Без разницы. Не. Ну просто потом надо будет бегать, типа руны грамотно юзать. Не, я знаю, как руны юзать. Там последовательность своя. А, да, когда убиваешь, неважно, да, как же. Да-да, но там вот эти статуэтки надо в грамотной последовательности крутануть, и тогда внизу ну, вода убирается, и тролль перекачивает. Да. А последовательность я знаю как, я помню. Главное зачистить статуэтки эти. Ну только не юзайте их, потом, когда все зачистим, заюзаем. Во-во, тролль перекачан. Не, нормально. Хотели бы быть с таким троллем? Давай, ты сразу вали, врывайся в них на эти, на чарджи. Убиваем всех. А где еще один рог? Он нашел дорогу? Я иду пока. А, ну все, все. Мы как мы зашли и наверх пошли, да, сразу по лестнице? Тут, ну вот это верхний уровень спускаться, здесь единственный путь. Ну, короче, где-то на самом верхнем уровне. Как они надоели, эти мелкие. А что-то я проседаю. Ну, жизнь-то нормально. А я не могу тебя хилить. А ты всадили что? Не знаю почему, вообще ничего не могу. Или я лагаю, или что это, блядь. И себя не могу, никого не могу. Что за хуета? Может, хер узнает. Да, я лагаю такой. Ну, хотя я лутать-то могу. Не, ну вот ты ходишь, хуйня? Я тебя вижу. Да, ты нормально все. У тебя так. Вот сейчас, Ир, вот сейчас могу. Не знаю, что это было. Может, типа сало какое-то? Хотя так, что, куда? Да нет, ничего не было. Ах, я не помню. Писало как-то. Не-не, вниз так точно было. Да. В бою. Да, сейчас сюда надо будет спуститься, мы сейчас папу пьем. Что они здесь нормально дамажат? Нормально дамажат. Мелкие, да? Они мешают поставать. Мажут. Пойдем бить этого. Туда сюда вниз? Угу. Ага, вот оно. А что там?
Какой-то злор. Ща. Так. Направо вверх, да? На самый верх забеги. Там вот одна лестница. Да, он по трупам иду. Это просто лабиринт какой-то. Ну чё, он жирный. Жирный, у него 18 тысяч. О, нахила. Ты по идее сейчас туда под нами. Не надо еще масло. Не туда. Не, я смотрю, где руку он под нами. А, руку встретил. Чё? Еще выше. Вот рок Митрилс. Попробуйте их мелких с хила убивать. На них, короче, бить. На 10 стамин дать кому? Да, он от него толк. Толк убивает. Что такие штаны? Так, все уже собрались все вместе. Ну-ка, подожди, попробую сапу к нему налажу. Нет, конечно, вот эти тролли топовые. Которые качнуло. Вниз. Ого, тут что-то много. Вниз пойдем. Не-не-не, на рамку. Наверх. Бок. Нет, а, все, там все, все, нашел. Поворот. Потом будет катар. А как-то не собак. Получилось у тебя. Да, ну почему-то воинш провязался. Все клал. Нет, ты нажал Ваню. А больше не прикинь. Надо... Даже не знаю, как объяснить это. Thank you.
Да, вот ништяк, когда вот вы маленьких берете на себя, вообще ништяк роги. Мы тогда быстренько убиваем. Ну да, да, четко все. Ну да, да, четко все. 2.60. Это тоже, да, влияет? Конечно. Да, там типа штрафуется. Ну вот отстой. Да сотня падает, XP, нормально. Да, сотня падает. Да не, зато быстро все. О, я жаба. Что, хексует? Конечно. Откуда взялся этот? О, откуда собака? Это этот квест есть, по-моему, такой. Я смотрю, варлока вроде нет в пати. Это хоть и нежить. Ну нифига, ну гашер. Тут как бы мы работаем на авторитет гильдии сейчас. Ну да, да, да. Поэтому Вова хитненько, чтоб без вайпов. Да я что вырежу. Походу видеомонтажа название нашей гильдии будет замазано. Такая реклама, нормально. Не, ну тут я помню, я что-то тоже ходил. Тут квест какой-то нормальный есть. Блин, Роги, вы с креста снимайте этих. Вот этих мелких лучше. Чтобы они не мешали ему кастовать. Потому что это жутко мешает, сбивает каст. Ну, еще два. Вот. Лоро. Блин. Какая-то шляпа падает. Да, такой какой-то инс. Не, ну ханту так. Ну, конечно, сворд топовый. Конечно, который эпический. Хико! Хика! Блин, где же статуэтки? Блин, я не понимаю. Так, все, вот здесь вот прыгаем, смотрите. А, вот это не те балконы, вот этот, да. В этот угол. Вот, туда вот прыгаем. И начинаем чистить. В ту сторону прыгаем. Так, ой, давай, ой, вот они, вот они, сагрили. Ух ты, блядь. Заберите все с хила, попробуйте. Я, короче, все прожал. Попробую задолжить. Так, вроде все на мне. Ренюшечку, ава. Ренюшечку одну. Вот. Все, держусь. У меня не за так много маны. Да нормально, это все. Тут остались такие. Будет просто экстра хил. Здесь все поснимал. Тут, конечно, кожу резать ништяк. Опа-на.
Эх, конечно, сюда бы фуриком сейчас скрутил кидай. Не хватает ярости. Не, туда не надо. Дальше, дальше, дальше прямо. Давай. Это вообще выход с лестницы. Блин, чё он... Ой. Я, допустим, вот какой-то морфас попробую больше сделать. Вот. Ого! Сейчас вот здесь. Откидывают, блин. Сейчас сниму. Да, этого я удержу пока что. Убьем. Или их надо одновременно, или без разницы. Без разницы. Ну, еще один есть. Я помню, когда я ходил, с них, по-моему, вообще ничего не упало. Ну, посварда. А чей тролль? Опа. Не знаю. Улетел, все, не надо. Сейчас он круг сделает. А он еще один. Сейчас вытяну и отходим туда, внутрь. Да. А вот ткачик, вивер, в русской версии он был ткачик. Все, уходим, уходим. Все, принимаем. Сейчас еще одного. А где он? А, да, вон, вон, летит, летит. Поляр, нужен. Ну тут только ты можешь его себе забрать. Файл. Есть двуручный какой-нибудь? Ну хотя у этого, конечно, так спит маленький. Быстро он какой-то. Да, я на продажу пофиг. Ну что, пойдем на дракона или как? Или хиланова, блин? Надо сейчас поспрашиваем хила.
Да не, убьем его. Ну давайте тогда, я пошел на него, все. Давай. Там если что, попробуем там бинтами тебя подлечить. Ну да, да, да. Кто-нибудь из урок попробует кинуть его, он нормально. О, все, он, видишь, меня что-то со мной сделал. Ой-ой-ой, приседаю. Попробуй что-нибудь не набирать в комбо-поинты. Вот пускай меня бьет. Все, бинтами хилю. Сейчас, сейчас, сейчас. Терпите, мужики. Фласку если выпей. Ваниш, ваниш, все, сделал. Все, переюзал. Нормально, 800 хп. 8, ой, 6 косарей. Это самое, переогрите. Хорош, он меня усыпил. Вообще засейвил меня. 400 хп. А, на изи. О! Ай, шлем говно. Как ребенка. На приста нормально это, вот шея упала. Дракон меня засейвил грамотно, усыпил и все. На 400 хп меня усыпил, ну и нормально. Ну все, да, походу. Да сейчас я не знаю, что вот у вас у всех квест с яйцом, просто не знаю. Не, у меня его не делал. Сандер Блафа летел сюда.